Так, Луна, полная Луна и Сатурн. В самом верху кадра маленькая беленькая точечка. 21:59 по Киеву в Харькове. И сегодня 24 июля 2021 год. Пошли, наверное, на Сатурн посмотрим. Настройки я, это второй дубль, первый дубль снял МКС и Луну, но светочувствительность была низкая. И Сатурна было попросту не видно. То есть не смог я на него навестись. Визуально-то я его наблюдал. Сейчас это настройки фотоаппарата Nikon Coolpix 5000. Куда ты побежал? Сейчас светочувствительность ISO 800 у меня стоит. Ну, титана я не вижу. Даже в окуляре. Не будем тратить на его поиски время. Сейчас пускай он вот продефилирует. Стоящий над горизонтом Сатурн. И потом мы переключимся на полную Луну. Там, о, так вон уже Юпитер, елки-моталки. Красота. Сейчас, значит, все будут у нас в кадре. Вряд ли мы увидим Галилеевы спутники с этого Юпитера. Не пойму, это максимальное увеличение или не максимальное? Ну вот максимальное. 1 338 000 000 километров до Сатурна. Очень близко он. Хорошо, пошли к Луне. 4,5 угловых градуса. Расстояние между Луной и Сатурном. Луна половина углового градуса, дальше считается легко. Да, ну еще низенько над горизонтом Луна. Мешают плотные слои земной атмосферы. Да, какой же еще, конечно, земной. Полностью четко увидеть нашу красотку. Ну, снимать я намереваюсь несколько раз за эту ночь. Луна будет и в зените. И погода обещает нам поправиться. О, кратер с Пиптиком. Как раз на линии терминатора. Линия терминатора в полнолуние — это нечто. Ну, полнолуние было в 2 часа ночи. Так что уже, наверное, и намечается даже линия терминатора. Прекрасно виден. Ты разболтала так меня, в смысле штатив. Стокилометровый кратер Платон кругленький, вот этот, о, Аристарх беленький. На этом мои познания в лунной географии практически заканчивается. Нет, ну слишком. Слишком еще низко над горизонтом, не получается более четко наводиться. Хорошо.
Пошли посмотрим теперь на Юпитер. Так, значит, вот у нас Луна прямо над Луной. Вот у нас Сатурн. Сейчас я их опять в кадре. Вот так вот. Зафиксировал. Ладно, давай сейчас быстренько сниму. Юпитер. Он еще ниже над горизонтом. Ну, хотя примерно так же, как Луна. Чуть-чуть ниже. На данный момент. Ой, ну. Совсем его еще плохенько видно. Из-за тех же плотных слоев атмосферы Земли. Там еще и облачка на горизонте. Ну, чуть попозже будет получше. Никакие там спутники, ни полос не видно. Экваториальных. Ни галилеевых спутников. Ну, потом будет лучше. Утром снимал, было хорошо, полосы видно, спутники видно. Ждем, пока наши красавцы поднимутся выше над горизонтом. Через несколько часов съемки будут получше. Хорошо. МКС снял. Юпитер, Сатурн, Луну снял. 22.06 по Киеву, в Харькове. 24 июля 2021 год. Да, после полночи уже нельзя было сказать, что у нас полнолуние. Но намного менее красиво эта Луна не станет.